Никита, первый вопрос. Комментарий по сегодняшнему матчу. Что можешь сказать по игре сегодняшней? Ну, мы играли на результат. Хорошо, что начали плохое начало и хорошо, что смогли отыграться. Очко завоевали, жалко, не получилось два. В прошлом матче, когда играли в Риге, также проигрывали, когда выступали. Но вытащили игру, проиграли. Ничего не хватило сегодня. Были эти игры похожи на прошедшую игру Словаков? Игры были разные, но сейчас тоже не надо забывать, у нас конец поездки, но четвертая игра на выезде, и много сил оставили в предыдущих играх, у нас каждая игра как плов идет, и поэтому сложно было. Лично для вас приятно ли вернуться в Уфу, все-таки играли здесь? Конечно, очень приятно, замечательный город, отличные болельщики, один позитив. Последний вопрос по поводу вашего положения таблицы, у вас сейчас где-то место, до седьмого места буквально 2 очка, но игры в запасе у команды соперника, как дальше будет бороться с плей-офф? Будем биться, каждую игру выходить, одно желание попасть в плей-офф.